Всем привет, дорогие друзья, с вами Starfire, и сегодня у меня новое видео на канале, да, спустя неделю, я знаю. Скоро близится Новый год, это не второе новогоднее видео, сразу вам говорю. Ребята, нас почти 50, да, как бы это тупо не звучало, я знаю, то, что тупо, но для меня того, кого вообще не замечали вот эти вот 7 месяца, это довольно неплохо. Я видел, как на меня довольно... Немножечко, понемножечко, но подписываются люди, и мне очень приятно. Спасибо вам. Ну, а сегодня, чтобы скрасить, так сказать, Новый год и вспомнить былые времена, я хочу показать вам мой старый канал и как мой прогресс изменился за один год. Ну, я так думаю, вы уже понимаете то, что это полная жопа была. Ну, вы уже, наверное, видите то, что это полный пипец. Итак, а с какого бы видео начать? Ну, давайте начнем с моего самого популярного. Я его тоже просмотрел. Слушай, мы его не будем, да, потому что я не хочу травмировать даже психику. Самый интересный комментарий, который я хочу прочитать, от Андрея Соловьева. Кстати, на тот момент, именно год назад, мне писали то, что, короче, какого хрена это видео стоит в рекомендациях. Я сам даже не знал то, что это видео стоит в рекомендациях. То есть, я типа такой... я типа такой делаю анимацию, думаю, о, а загляну-ка на свой старый канал, читаю комментарии, и там написано то, что это видео попало в рекомендации. Вот я даже сам, кстати, этому удивляюсь. Итак, Андрей Соловьев, 10 месяцев назад я над этим комментарием просто ржал, и, наверное, вы сейчас поржете. Он дурак, на один, музыка вообще дурацкая, а на два, глаз солнца синий, а не зеленый. Твою мать. Для этих деградативных людей объясняю. Я, наверное, сейчас не так сказал. Да всем похуй. Всем вообще насрать. Объясняю то, что есть фанатки вселенной, есть АУ, есть много всего такого, то, что, ну, нету какого-то смысла сравнивать это с оригинальным Undertale. Да, это по мотивам оригинального Undertale, но это фанатские вселенные. У меня, кстати, на тот момент была фанатская вселенная, типа, где пришелец приземлился на планету, и, короче, все начали с ним дружить, да, либо он всех переубивал своим бластером. О, господи, я не буду, короче, вспоминать об этом, окей? Вот, объясняю, фанатские АУ, это фанатская АУ, то есть сейчас, вот, приведу, например, АУ Darkness Tale. Да, Darkness Tale. Сейчас никаких людей вообще не смущает то, что, типа, какого хрена Фриск стала злой, какого хрена Санс такой стрёмный. А раньше всех это смущало. Я, кстати, не понимаю, почему. Ну ладно, рисовать научись. Я, кстати, по-моему, ответил на этот комментарий. А, нет, ну, я думал, то, что я ответил на него прямо сейчас, а это оказался... Другой, ладно. Илья Алексеевич, прости, конечно, но я рисую на планшете. Но спасибо за коммент. Да, я в тот момент относился всем, слава богу, тоже нормально. Кстати, вот мой комментарий. Как всегда, новый ролик завтра. Отдельное спасибо за музыку, Man of Internet, да. На тот момент я очень любил их треки. Они были прикольные, они мне нравятся. Ужас не по времени. Ставлю минус 9 звезд. Давайте, кстати, посмотрим, что это. О, да, господи. Я помню этот момент. Да, я очень хорошо помню этот момент. Давайте, кстати, сейчас сделаем звук. И смотрите, короче, вот, короче, уже убивают. Господи. И смотрите, смотрите. Вот тут идет, я чик. Типа, ну, не успел. Типа, а что ты таешь? Давай я тебя прибью ножочком, хренак. Короче, вы поняли. Вы, короче, понимаете. Вот такой вот прекрасный... Это прелесть, да. Прекрасные арты. А, вот, в общем-то. Итак, на какие комментарии я отвечал? Я отвечал на комментарии какие-то, но я не помню, почему, кстати. Точнее, на какие комментарии именно отвечал. Давайте, кстати, посмотрим. Ну, кстати, вот еще один мой комментарий. Я отвечал Андрею Соловьеву. Вообще-то, как вы пишете... Да. Бывает. Андрей Соловьев. Рисовать на планшете сложно, так что не вините меня, надеюсь, вы поймете. Не, на самом деле, это клевета, потому что на планшете рисовать можно и хорошо, но только нужно научиться. А как видите, я по прогрессу за год... У меня прогресс за год вообще не изменился. Да, смешно, пипец.
Еще бы хотел одно видео показать. Это видео, которое рисовал, да. Типа, анимация Undertale Progress номер 2. Давайте посмотрим. Вот, короче, Папайрус. Это Саня? Да, это Саня. Вот мне прям хочется посмотреть на Саню. Нет, это Папайрус. Уйди отсюда, Папайрус. Кстати, у них всех насы какие-то очень большие. Итак, Санс. Что я вам скажу? Ну, блин, я тут сейчас буду придираться только к носу. И, наверное, буду придираться к строению его черепа, потому что это полный пипец. Я в тот момент, год назад именно, я вообще скетчи не делал. Типа, мне было насрать. Ну, так получится, ну, получилось. Я раньше, кстати, это считал красиво и считал круто. Столько просмотров наберу, вообще жесть. Ладно. Что бы еще я хотел? А, кстати, у меня тут был момент, была моя вселенная. Это Нэротейл. Но мы вернемся к ней попозже, потому что сейчас вы услышите, какой у меня голос был, мать твою, год назад. Господи, давайте я немного медиа изменю, вот так. И погнали. Всем привет, дорогие друзья, с вами... О, господи, боже. Хорошо. Ни хрена не хорошо. Мне, по-моему, на тот момент было 10 лет. И, господи, боже, как у меня голос изменился. Ну да, по крайней мере, понятное дело. Мне скоро 13 лет. Кому интересно, да. Вот, ладно, давайте послушаем. А точнее, Ютика Егор. Ну, скоро канал будет перейти. Ютика Егор, да. О, господи, боже мой. Да, у нас на тот момент был кошак, Ютик, да и сейчас, в принципе, есть. Это рыжая паскуда. Вот. Я даже не знал, что он 2 года назад был. Так, неважно. Ну, посмотрите. Одна рука маленькая, а другая вообще пальцы. Господи, что с пальцами? И в тот момент чисто у меня... Вот шла башка, у меня даже уш не было. Это правильно? Да, я правильно сказал? Кстати, довольно странный нос, и у меня один глаз смотрит куда-то в другую сторону, и другой также. Да, отлично. Я нарисовал себе, короче, пуховичок, как у Санса. Я, в принципе, и дальше хотел рисовать, типа, канон, но я не хотел. Так, так вот все вышло. Ну, так что не бойтесь. Помните Undertale? Помните анимации, которые я... Господи, я не узнаю этот голос, правда. Уйди от своего жопу. Я не узнаю этот голос. Вот я не узнаю свой голос, который у меня был 2 года назад. Это совсем другой голос. Кстати, Саня. Жирным что-то стал. Ладно. По крайней мере, довольно лучше. Так вот, ребят. Скоро у нас выйдет видео... У нас, да. Которую я сам нарисую. У нас. А у кого у нас-то? Вообще-то, ждите, ребята. А пока всем спасибо за просмотр. Удачи и пока. Почему я шлейф не отключал там? Да, спасибо за... Кстати, вот тут Гастер самый нормальный у меня. Вот это хорошо. Он там жрет какую-то хрень. Я не знаю, что это такое. Неважно. Вот. Напоследок бы я хотел посмотреть еще одно видео про Метатона. На нем тоже остальные комментарии. И там соотношение лайков и дизлайков поровну, то есть 5 дизлайков. Окей. Кстати, Метатон получился реально прикольный. Он мне сейчас нравится. Давайте почитаем комментарии. Привет, ребята, завтра новый ролик. Ну, а я пошел рисовать. Пошел. Да, не вините меня, потому что в тот момент нам еще... Даже твоему школьнику не говорили то, что пишется не пошел через О, а пошел через Ё. Не вините меня в этом, окей? Серьезно? Это негодные арты. Научись, пожалуйста, рисовать. И это еще стоит в рекомендациях. Да, вот именно, вот именно вот так вот этот вот комментарий я читал. Блин, я согласен. Но, знаете, вот даже сейчас, если вы посмотрите на этот арт, я считаю то, что он довольно неплохой. Не, по крайней мере, мне он нравится. Прикольно. Тут, я бы даже сказал, пропорции соблюдены. Хоть я и на тот момент даже не знал, что это такое, да? Ну, кстати, такие модные, новомодные очечки. Кстати, я на этот комментарий ответил, вот, примерно 4 дня назад. Полностью с собой согласен. Но вот какая загвоздка. На тот момент мне было 10 лет. И да, это мой старый канал, хочешь верь или нет. Ребята, поверьте, это мой старый канал, вот я серьезно. У нас даже видео голоса похожи, так что у меня есть все пруфы и все плава.
Кто-то, мать твою, плавает. Ладно, неважно. Я забросил его. И слава богу. И да, самое сейчас глупое. Из-за того, что я разбил планшет коленкой. Нечаянно. Да. Я типа играл. Слышу там, короче, кто-то приходит домой. Ползу по дивану. Ну, типа, я там лежал, отдыхал. Ну, вы понимаете, все дела, да. И не говорите то, что вы так не делали, и вы просиживаете, господи, твою мать, простите. И вы просиживаете весь день свою жопу на грёбаном кресле и задротите в какую-то хрень. Ну, не говорите то, что вы никогда не отдыхали на диванчике. Диванчик — это святое. Не трогайте мой диванчик. Вот. И слышу то, что я наступил на грёбаный планшет. Смотрю, он весь задницу разбит. И думаю... Ёбана в рот. Включаю его, а я не могу с ним ничего сделать. Кстати, на тот момент я даже не заплакал, потому что... Ну, разбил я планшет, и что с этого? Кстати, там мне его особо не было жалко, потому что... Ну, он стоил дешево. Да. Это стоит подороже. Вы не волнуйтесь. Ну вот, в принципе. Ссылочку на этот канал я оставлю, ребята, в описании. Да, это был Нетрешак. Спасибо за просмотр. Я выпускаю это видео чисто спонтанно, потому что видео не было неделю, и как-то нужно оживляться, потому что все забудут про меня, а потом не посмотрят Darkness Tale 2. Ребята, я закончил Darkness Tale 2 на 75%. Да, он выйдет. Могу сказать, может быть, точную дату, а хотя да, точную дату я бы сказал. 20 декабря, либо 22 декабря. Осталось совсем немножко, ребята. Либо вы ждете 9 дней, либо вы ждете 11 дней. Такие вот дела. Да. Ребята, спасибо за просмотр. Спасибо то, что вы меня смотрите. С вами был Starfire. Всем пока. Пока.